10 год, Шри Пасанатна Гадина, Шишман Бхактиданта Бхан Махарадж. Мы с вами слушали Бхаджан-рахасью все эти дни, первую главу Нишанта Бхаджан и Шрадхан. В начале этой гранхи Шрила Бхактивинод Такур он прилагает свои молитвы лотосным стопам Нитьянанды Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху. Ведь только Шри Чайтанья Махапрабху в Кали-югу может даровать прему. И Махапрабху сам говорил, что никто, кроме меня, не способен дать Кришна прему, в особенности в Кали-югу. Только лишь Махапрабху может даровать прему. Поэтому необходимо в полной мере принять прибежище Гаура Сундары. Ятха Ятха Гаура Падара Винду. И накопив сукрити за множество жизней, садак, он привлекается лотосными стопами Господа. Кали-югу Махапрабху является нашим единственным Иштадевом. В
Шримад Бхагаватам в 11-й песне в разговоре с Навайогендрой говорится, что в Кали-югу кто должен быть поклоняемым божеством и с помощью какой мантры необходимо поклоняться этому божеству. Я также цитировал две шлоги Санга Пангастра Паршара и Гесен Киртана Парайай. Эрентихи Сумедхаса. Сумедхаса. Тот, кто является разумным в эту Кали-югу, он будет поклоняться этому Кришне, который проявится на этой земле со своими спутниками, с ангами и упангами и астрой, то есть оружием. Кришна Варнам Твиша а Кришна. Кришна, он примет инкарнацию на этой земле. И цвет тела этого Кришны, он будет необычным, он будет Акришна, не черным. Он будет золотистым. Сангу Панга. Астра Паршада. Как же он проявится здесь? С ангами. Кто является ангами? Баладева Прабху и Адвайта Ачарья. И Нитянанда Прабху. Баладева Прабху является формой Нитянанда Прабху, а Махавишна Садашива является формой Адвайта Ачарьи. И они являются ангами. Упанга. Упанга — это непосредственные части тела Шри Кришны, такие как Шривас Пандит. И третья — это Паршада, это Гададхар Пандит, который является самой Шримати Радикой. Лалита, Вишака, Сварупа Дамодара, Рамананда. Рупа Манджари, то есть Рупа Госвами Пад. И астра, что за астра, что за оружие? Оружие — это харинам. И с помощью оружия харинамы он будет побеждать всех. Инкарнации Рамы и других инкарнациях. Господь, Он убивает множество демонов, освобождая их таким образом. Но в эту Кали-югу Шри Чайтанья Махапрабху Он использует только одно оружие, и это оружие Харинаму. И с помощью этого оружия Он уничтожает все анархии сердец джив. Кришна убивает Путану. И куда отправляется Путана после своего освобождения? Она отправляется на Галоку и становится помощницей мамы Ишоды, ее служанкой. Она не обретает там тело Путаны. Тело Путаны было разрушено. Но ее сиддха-деха, она была направлена на Галоку. Ахобакиен стана Калакутам. В этой шлоке как раз-таки объясняется это лила. Но что делает Шри Чайтанья Махапрабху в этой инкарнации? Он никого не убивает. Единственное, что убивает Шри Чайтанья Махапрабху, он уничтожает анархию. И с кем сравнится здесь Путана? Бхагаван Кришна, он убивает Путану. Путана. Пута значит павитра, благочестивая, чистая. Но значит не. То есть та, которая является нечистая, та, которая полна склонностей к обману,
плохого поведения, лжи и лицемерия, двуличия. Таковы качества Путаны. Путана Балака, Ракшаси, Рудрагана. Путана что она делает? Она убивала маленьких детей, младенцев, и пила их кровь. Да. Поэтому от ее тела исходил ужасный запах. Ужасный запах исходил от ее тела. Я не буду сильно углубляться в лилу, так или иначе, вкратце. Тело Путаны, оно было разрублено на множество кусочков. У нее было огромное тело, и затем ее тело было сожжено. И когда ее тело горело, то весь врадж, он окутался прекрасным ароматом. Представьте себе только, та, кто является Балакатини, та, которая убивала младенцев и которая пила кровь этих младенцев. И ужасный запах исходил от ее тела прежде. Вы знаете, что те, кто едят лук и чеснок, от их тела также исходит плохой запах. Если вы будете особенно говорить с ними, вы почувствуете из их рта ужасный запах, и вы будете вот так закрывать нос. Потому что невозможно терпеть этот запах, он ужасен. Вы обязательно закроете свое лицо, вы не сможете даже разговаривать с ним. Потому что запах от лука и чеснока, он очень сильный. Поэтому то, что вы едите, это отображается на запахе вашего тела. И Путана, она пила кровь маленьких детей, младенцев. Но Бхагаван Кришна, он дотронулся своими губами до ее груди, и таким образом от прикосновения Господа ее тело обрело прекрасный аромат. Кришна, он убивал так много демонов, но для Путаны вот была такая особенность. Кришна, он отправляет ее на Голоку, не во Вриндаван, он отправляет ее на Голоку. Вриндаван — это серединная часть, а Голок — это как бы окружная эрия, территория вокруг Вриндавана. Вриндаван — это центр. Ее отправляют туда, на Голоку, в форме паричалики, то есть служанки, помощницы Ясоды мамы. Раз он отправил на Голоку, наверное, у него есть какая-то особенность, ведь он убивает так много демонов, но он не дает такого высокого положения никому. И когда время подойдет, мы обсудим с вами подробнее, в чем же секрет. Это называется Баджана Рахаси, секреты Баджана, которые мы потихонечку будем с вами раскрывать. У нас всегда должен быть энтузиазм, любопытство, узнавать больше и больше секретов бхакти. Но когда мы обсуждаем лилу Ясодхарананды Гаура Хари, мы можем наблюдать, что он никого никогда не убивал. Даруя всем даршин, он вместе с этим даровал всем прему. Когда он отправился в Джарикханду, одной ночью
Читание Махапрабху. Он был с Балабхадра Бхаттачарьей и с поваром. И Махапрабху среди ночи он начал повторять святое имя. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе. В этом лесу было очень темно. Там была очень узкая тропинка, по которой шел Махапрабху. И ему навстречу, а и на его пути был большой-большой лев. Тигр. Но Махапрабху, он был полностью погружен в харинама киртана. И лотосная стопа Махапрабху, она дотронулась до тела тигра. И тигр, он немедленно очнулся. И Балабхадра Бхаттачарья, и Браман, который был поваром, они так сильно напугались, потому что тигр, он вот так растопырил пасть и начал рычать. Вы, может быть, в зоопарке видели, вот у нас там есть тоже... На стене есть фреска, там изображено, как тигр, он ревет. Махапрабху сказал, повторяй, Хари Кришна, что ты ревешь? В Чайтанья Чаритамрите говорится, Кришна Кахо, говори Кришна. Что делают тигры? Они ревут, но этот тигр, он встал на задние лапы и задрал свои передние лапы наверх. И, танцуя, он начал повторять «Кришна, Кришна», прямо как человек. Он был полностью погружен в божественную любовь. Олени, они подходили ближе и также начинали танцевать и повторять «Кришна». Олени и тигры вместе, они начинали повторять святое имя и лизать Махапрабху. Они забывали о своей природе и не боялись друг друга. Это то, что делал Шри Чайтанья Махапрабху. Он проявлял божественную любовь в каждом. Все животные, птицы, все живые существа, которые находились в лесу Джариканда, они полностью погружались в божественную любовь. Когда Махапрабху начинал идти, то все животные и птицы, они следовали за ним. И когда Махапрабху повторял «Кришна, Кришна», тогда сердца всех, они таяли. Балабхадра Бхаттачарья, он стоял возле пруда и следил за вещами Махапрабху, пока тот принимал омовение. И тогда пришла группа с сумасшедшими, разъяренными слонами. И тогда он подумал, куда же мы можем пойти и куда же нам спрятаться? Но Махапрабху, он набрал немножко воды в ладонь и сказал, «Кришна, Кришна!» И брызнул воды на этих слонов. Знаете, как пуджари после арати, он опрыскивает нас из шанки и раковины. Он также погружается в любовь. И вы все погружаетесь в любовь, когда на вас брызгают водой. Не так ли? Все улыбаются. Шанкаджал — это вода из раковины. Как в Уджаре он опрыскивает всех, так же и Махапрабху, он набрал в свою ладонь воду и опрыскал этих бешеных слонов. И что сделали слоны? Они начали повторять «Кришна, Кришна» и тут же начали танцевать. Вот
Сачинанда на Гоура Хари, он раздавал божественную любовь абсолютно всем. Глагол Бхагаватамрита говорится, что Кришна, он дарует любовь во Вриндаване птицам, растениям, животным, Вриндаванам, но не за пределами Вриндавана. А Сачинанда на Гоура Хари, что он делает? За пределами Вриндавана, повсюду, куда бы он ни отправлялся, он даровал божественную любовь всем. Даже когда он отправлялся в Южную Индию, он встречал там также вайшнавов и адвайтавади. Кого бы он ни встречал, он раздавал любовь всем и каждому. Адвайтавади, те, кто никогда не верит в Веды, и атеисты, что делал Махапрабху? Он очищал сердца этих атеистов и также даровал им прему. Такова особенность Чайтаньи Махапрабху. Такова особенность Махапрабху. Он раздавал любовь повсюду. Анарпита чарим чарет. Сачинандана Гоура Хари так милостив. Такова особенность Гоура Сундара. Он раздает любовь всем, куда бы он ни отправился. Даже Махапрабху говорит, когда он отправляется в Южную Индию для проповеди, он говорит: «Мой приказ, вы все должны распространять Кришна нам славу Святого Имени». И тогда желание чувственных наслаждений этого материального мира никогда не коснутся вас. И так он трансформировал желания своих учеников, трансформировал их желания в их сердцах. И с материальных на духовные. Мой приказ, вы станьте гуру и освободите эти деревни. Махапрабху говорил, это мой приказ. Многие люди, они очень приводят множество комментариев к этому. Но простое значение — это то, что Махапрабху сказал, мой приказ. Вы должны давать наставления всем, чтобы они повторяли Святое Имя Кришны. Освободите всю эту местность. Кого бы вы ни встретили, говорите им, чтобы они повторяли Кришну. Нитинанда Аштака. Что говорится? Гуру Хари Хари. О, братья! О, мои матери, мои сестры, я говорю вам всем. Я поднимаю свою руку и беру обет. Я говорю вам всем, всегда, всегда повторяйте Кришна, Кришна нам. А всю ответственность для того, чтобы пересекли этот материальный мир, я беру это на себя. Вам просто необходимо повторять Хари Кришна. Каково богатство сердца Нитинанды Прабху? Это Гауранга Махапрабху. Вы, наверное, слышали, как Рагхунатха Госвами
Он, когда встретился с Нитяна Прабху, Нитяна Прабху сказал: «Ты черт, ты вор! Ты вор! Я должен наказать тебя!» Он называет его Чора. И на самом деле он ругает его так от любви. «Ты вор! Почему же ты вор?» «Потому что ты хочешь своровать сокровища моего сердца, Гоура Сундара. Ты хочешь своровать Гоура Сундара с моего сердца?» Нитянанда Прабху, он наказывает Рагхунатха с Госвами. И какое было наказание? Ты должен служить всем вайшнавам. И тогда он проводит Дхитира Махотсава. У нас также было с вами это Махотсава. Мы с вами кушали вкусные киры с чира, доды с чира. Что я хочу сказать этим? Гор и Нитянанда, они исполнены состраданием. Гора Хари Прима Парашоттама Аватар. Нитянанда Прабху. Он также дарует милость абсолютно всем. И в Баджана Рахаси мы с вами также слушаем славу Махапрабху. Здесь идет прославление с читанием Прабху, начиная с Бхагаватам. Приняв прибежище у Гоура Сундары, вы только после этого сможете служить Радхе и Кришне. Без принятия прибежища у Гауранги это невозможно. Повсюду вы можете встретить славу Гоура Сундары. Сачинандана Гоура Хари является соединенной формой Радхе и Кришны. И мы с вами слушаем комментарии Шрилы Гурудева, и он объясняет, что с Чайтанья Махапрабху он показывает свою форму Рай Рамананды, и эта форма настолько удивительная, он на самом деле никому больше не показывал ее. И что это за форма? Расараджа Махабхава Сварупа Чайтанья Махапрабху. И только Рамананда Рай был способен увидеть эту сварупу. Мы уже слышали с вами эту тему Рая Рамананда. Он видел Махапрабху в форме саньяси на берегу реки Годавари. Когда Рая Рамананда впервые посмотрел на Махапрабху, было обсуждение. Они обсуждали тему Атварнашрама Дхармы до самой премы. И он говорил: «О, в моем сердце есть одно сомнение». Рамананда, он говорит: «Сначала я видел твою форму, затем я увидел форму Шьямы Сундары и Радхи, и как черный цвет тела Кришны, он был покрыт золотым цветом тела Шимати Радхики. И ты, пожалуйста, скажи мне, ты что, тот же самый Кришна? Пожалуйста, развей мои сомнения».
И Махапрабху сначала он пытался обмануть Рай Рамананду. Он говорил: ты Махабхагавата, поэтому ты видишь повсюду, что все Махабхагавата. Ты видишь повсюду Кришну. Но Рай Рамананда сказал: о, Прабху, пожалуйста, не обманывай меня. Ты пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы освободить всех джив. Ты не должен обманывать меня. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху он проявляет Расараджа Махабхава Сварупу. И увидев эту форму Рая Рамананда, он теряет сознание. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он касается тела Рая Рамананды своей рукой, и тот приходит в сознание. После чего он видит первоначальную форму Махапрабху, то есть его форму саньяси. И он сказал: ту форму Расараджа Махабхава Сварупу, которую ты увидел, это очень скрытая форма, и ты не должен никому рассказывать об этом. Тот цвет тела, который ты видел на мне, это и есть Шримати Радика. Махапрабху, он рассказывал здесь Таттва Сиддханту. То, что ты видел, мою Кришна форму, и то, как ты видел, как моя форма, она была покрыта цветом тела гора, золотистым цветом тела, как мы берем, допустим, и какой-то предмет накрываем тканью. И то, что покрыло меня, это была Сакшат Радхарани, это сама Шримати Радика. И Махапрабху, он рассказывает ее особенность. И такова особенность Шримати Радики. Она никогда не дотрагивается ни до кого, кроме Бриджендранада Шьяма Сундара. Я тот же самый Кришна, ведь Радарани, она никогда больше не дотрагивается ни до кого. И ту форму, которую ты увидел, она является истиной. Я Бриджендранада Шьяма Сундара. Ведь Радарани, она не касается больше никого, кроме Враджендранандана Шьяма Сундары. И я также хотел задать тебе один вопрос. В лилах Радхи и Кришны, кем является Рай Рамананда? Это Вишакхасакхи. Она всегда видит Радху и служит ей в кунже. А здесь сейчас он предстает в форме Рая Рамананды. И Вишакхасакхи также видит Кришну. Но что это за Расараджа Махабхава форма, что, увидев эту форму, Рая Рамананда теряет сознание? Ведь этот объект никогда ранее, он никогда не видел ранее. Впервые он видит эту Расараджа Махабхава Сварупу. Что это за форма? В священных писаниях можем увидеть только Расараджа и Махабхава. Кришна — это Расараджа. А Радхарани — это Махабхава. Она Махабхава Сварупа. Суть према — это бхава. Бхава — это суть Махабхава, а Махабхава Сварупини — это Шримати Радика. Она является олицетворением Махабхавы. Снеха, праная, рага, анурага, моха. И затем Маданакья Махабхава — множество ступеней. И самый наивысший лимит премы, он проявляется только лишь в Шримати Радике.
наивысший уровень премы. Это значит, что ничего нет более возвышенного, чем это. Сочетание Чаритамриты. Есть три вида сравнения с Радхабхавой. Вируддха Бхава. Вот. Махабхава Сварупини Шримати Радхика. И Кришна, он раса ваишаха. В Упанишаде говорит, что он раса ваишаха. Бхагаван Сваям Раса Сварупа. И один день назад я также говорил вам. Что существует 12 видов людей сидели в Рангасале, и каждый из них был в своей определенной бхаве. И каждый повторяет Кришну своей определенной расе. Кришна как Вайдурья. Это такой драгоценный камень. Вайдурья Мани. Это особый драгоценный камень, в котором содержатся все цвета. Существует 5 главных рас и 7 второстепенных рас. Поэтому в Бхактирасамрита Синдху во введении идет прославление Кришны и приводится эта шлока. Акиларасамрита Синдху. Для Кришны используется здесь слово Акила Расамрита Синдху. Расамай Пуруша Кришна. Этот же самый Кришна в форме Гоура Сундары, он принимает цвет тела и бхавы Шримати Радхики. И он наслаждается премадхурьей Радхики. Расика Шекара Кришна Парама Сварупа. Расика Шекара Кришна — тот, кто обладает полным знанием расы. Только тот может насладиться этой расой. Так же, как лебедь, Ханс, если вы смешаете перед ним воду и молоко, вы знаете, что лебедь, он обладает возможностью выпить из смешанной воды с молоком только молоко. У него есть такое качество. Даже если вы смешаете воду с молоком, лебедь, он выпьет только молоко. И останется одна вода. У него есть такая возможность. Он обладает таким качеством. Таким же образом, Кришна, его называют Раса Сварупа. Он наслаждается расой. Наши Ачарья Пады, они говорят, что Кришна, он Вишая Виграха. Есть два объекта. Есть в Расалиле есть Вишая Виграха и Ашрая Виграха. И Шримати Радхика, она Ашрая Виграха Раса. А Кришна, он Вишая Виграха.
под руководством Ашрая Виграхи, Радики, происходит служение Вишая Виграхи Шри Кришне. И мы также под руководством... Нужна холодная вода? Холодная? Нет? И сейчас у меня есть с собой, слышишь? Нам необходимо руководство Ашрая Виграхи Шимати Радики, потому что наша цель — это служение Шри Кришне под руководством Шимати Радики. Не горячая? Нарень на руку. Нормально? Рай Рамананда, он созерцает форму Раса Раджа Махабхавы. Как раз таки этой самой редкостной формы. Смешивают 49 ингредиентов в одно время. Комфортно, чтобы можно было пить, чтобы не обжигало горло. Обжигает? Это было жесть. Это нормально? Проверь, не горячо. Тридцать три плюс восемь — это 41. Далее. Аштасатвик бхав — это еще 8. Получается 49. 41 плюс 8 — 49. Вот так получилось 49. Как у вас 50 получилось? Вы что, 41 плюс 8 не можете прибавить? 41 плюс 8 — 49 будет, не 50. Гонабхавы, Санчари, Аштасатвик Бхав, в общем, все сложили, получилось 49. Итак, мы не будем уходить в детали, просто хотя бы это запомните, то, что я сказал. Расананда состоит из 49 ингредиентов. И это все написано в Бхакти Расамрита Синдху. Расараджа Махабхава Сварупа. Сочетаем Прабху, он вместе Расараджа и Махабхава, соединенная форма Расараджа Махабхава Сварупа. И эту форму никто не видел ранее. Махапрабху, он сам говорит, что это очень тайные вещи. То, что я показал тебе, ты не должен говорить об этом никому. Ту форму, которую ты увидел, Расараджа Махабхава Сварупу, ты не должен говорить о ней никому. Просто помни, что ты сумасшедший, и я сумасшедший. Этого достаточно. И в Шичатане Чаритамрите Кришнадас Кариш Госвами Джи. Почему он пишет это? Почему он пишет этот случай? Ведь Махапрабху сказал, никому не рассказывать. Допустим, вы скажете, никому не говорите.
И в это же время вы тут же берете и постите это в интернете везде, и все уже все знают. А почему же Кришнадас Кавираж Госвами описывает это? Он является Кастури Манджари. Кастури Манджари. Кастури. Это Баджан Рахаса, секреты Баджана. И Грандха, которую мы читаем, это секреты Баджана. И совершая Баджана, эти секреты, они постепенно будут раскрываться в вашем сердце. Наямадха, Правачана, Лабхо, Намейдхая, Набахана, Шрутина, Тану, Свам. Свам Бхагаван, он проявляет сварупу в сердце. И тогда вы сможете осознать это. Это невозможно осознать с помощью вашего ума. В Брахмастути есть шлока. Брахмастути, знаете вы? Это стих из Брахмасанхиты. Тот, кто долгое время следует Гьяна Марга, он никогда не сможет добиться этих секретов Баджана. Вечеран Вичини. Только по милости Бхагавана это может быть возможным. Бхакти Вилочанена Якшам Сундара Мачинти Гуна Сварупам Чарите Бхакти Вилочанена. С помощью глаз. Это как? Каджал — это подводка на глаза. И также вы должны быть украшены премой. Как глаза, они становятся ярче и красивее, обретают прекрасную форму, когда они подведены. Также и вы расцветете, когда вы будете украшены премой. И только Рай Рамананда был способен получить эту форму Расараджа Махабхава Сваруп. Никто больше не был способен на это. Такова особенность Рай Рамананды. Когда он сам проявится в сердце преданного, по его собственной милости, только лишь с помощью садханы, это невозможно. Мы должны ждать его милости. Таков секрет Баджана, Баджана Рахаси. Повторяя наму, совершая нама Баджан, нама Сварупа проявится для нас. Нама проявится в нашем сердце. Нама Прабху проявится, ведь в Кали-югу наивысшей садхана является Нама Санкиртана. В
без каких-либо оскорблений. Если вы будете повторять Святое Имя, тогда вы достигнете наивысшей цели. Уже 8, время пролетело, даже не заметили как. Я все пытаюсь вам рассказать про Рай Рамананду, но каждый день, как смотрю на часы, уже 7, и мы никак не можем коснуться этой темы. Это вы знаете, вы думаете, как едете на поезде и думаете, вот надо будет посмотреть на тот пруд. И вы думаете, вот бы не пропустить. Но происходит так, что поезд уже проезжает, и вы не способны увидеть это озеро, просто пропускаете его. И я так же сам пытаюсь говорить одну и ту же тему, но так происходит, что просто времени не хватает. Да. Дай. Осталось, сколько стоит билет. Хари Кришна, всем спасибо. Да, давай про нам.